Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И вот такой маленький мини-обзорчик. Забыла в прошлом обзоре показать вам вот такое вот чудо, гирлянду. Вот так вот она горит, такие вот тут идут снежиночки. Она не такая желтая, как сейчас на свету, она чуть-чуть как бы побелее. Вот, в перемешку с другой гирляндой, которую я показывала в предыдущем обзоре, в принципе, будет смотреться здорово. Очень много просьб рассказать что-то за брошюрки такие по маркетинг-плану и что это за журнал «Бизнес» в разделе промо-акции находится. Да, и вот сейчас речь пойдет именно об этом. Брошюра маркетинг-плана. Да, то есть вот ее окончание. Артикул у нее 77028. Что тут есть? Тут есть очень много всякой интересной всячины. Да, то есть, во-первых, вот оно идет, содержание. Сейчас я немножко увеличу для вас, чтобы вам было более понятно. Нет, наверное, я думаю, надо уменьшить, да? Вот так вот, да, то есть идет вот такое вот содержание. Да, и тут мне очень понравилось, да, то есть основные понятия маркетинг-плана. Тут идут, можно посидеть, почитать, кому-то дать посмотреть, да. Вот, далее, значит, развитие международного бизнеса, с какими странами вы можете работать, как складывается ваш доход, очень интересно. Тут идут квалификационные бонусы, да, и тут мы знаем, что, да, то есть разница межуровневая, да, то есть выгоды, да, то есть все открыто, все здорово, все классно. Очень интересно посмотреть, да, вот на эту вот табличку. Вот, как вы видите, все прям подробно описано. Вот, что такое групповая скидка, объемная скидка, как денежки перечисляются. Вот, да, то есть вот смотрите, мы получаем с вами за 7 уровней в глубину, если у нас 24 директорские ветки, да, то есть получается, если у вас один директор и 2000 баллов бог, то вы с него получаете, с директоров первой линии, 5% без всяких межуровневых разниц. Второй уровень — это 1% вы получаете уже в глубину с директоров, и так до 7 директоров. Неважно, сколько директоров, сколько людей, сколько консультантов зарегистрировано между этими директорами, да, допустим, первый уровень у вас там 300 человек, во втором уровне у вас там 900 человек директоров, да, там в четвертом уровне у вас там 5000 человек. Это все ваша структура, это все ваш групповой оборот. Да, то есть как рассчитывается директорский бонус, да, тут указано, что кто такие люди в корзинке, да, то есть кто получает выплаты, кто... Вот два человека получают, один не получает. Что нужно сделать, чтобы получить квалификационный бонус? Да, все вы знаете, что у нас бонусы есть квалификационные, да. То есть вот мы, допустим, получили уже за директора 55 тысяч, за старшего 27 500, серебряный 110, это два директора в первой линии, золотой директор — это 165 тысяч, рубиновый директор 220 тысяч, бриллиантовый 330 тысяч, элитный директор 500 тысяч, премия национальный директор 1 000 000 ровно, а старший национальный 1 250 000. И вот сейчас у нас открыта квалификация международный директор, и мы кандидат на получение в премии 1,5 000 000 рублей, и открыта квалификация старший международный директор, это уже 21 директорская веточка в первом уровне, на 1 750 000. Квалификационные бонусы, они начисляются единовременно, если вы 8 каталогов из 17 с момента, из 18 теперь уже будет с Нового года, это звание подтверждаете. То есть все как бы здорово. Вот, также в компании есть бонус стабильности, да, и с рубинового директора вы просто так, за то, что не растете и не падаете, будете получать 44 тысячи в год, да, то есть, ну, это цифры, конечно же, все для России, да, давайте поближе сделаю, тоже очень удобно. Есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в личку. Также есть бонус развития, когда вы получаете 30% со всех полученных премий, если вы бриллиантовый директор. Вот. И, конечно же, в компании Faberlic можно делать семейный контракт, объединять номер, допустим, с мужем, с дочерью, с мамой и так далее. А также вот она вся наша лестница успеха. Мы сейчас вот
старший международный, мы перебрались в красный сектор, да, то есть в моей структуре есть серебряные директора, золотые директора, рубиновые директора и старший национальный директор, да, то есть это тоже как бы круто, вот, как бы девочки растут вместе с нами, развиваются. И это здорово, вот, старших директоров много, и как бы я очень рада, что в успехе каждого директора в моей структуре есть маленькая, но частичка меня. Конечно же, все мои директора – это самостоятельные люди, которые выросли самостоятельно, вот, но, конечно же, и вот эти вот пять принципов, да, то, что любить свою родину, культуру и язык, достигать финансового благополучия, продвигать уникальные товары и услуги, брать ответственность за свое здоровье и здоровье своей семьи, развивать себя, людей и мир. Ну, конечно, главный секрет успеха и быстрого роста – это, конечно же, в успешном рекрутинге. И когда вы знаете, что ваши новички могут повторить ваши действия, если ваши методы действия дублицируемы, у нас в структуре идет 20% мотивации и 80% обучения, да, то есть именно не просто ого-го, давайте, да, это круто, а что делать поэтапно, куда нажать, куда зайти и так далее. И вот такой вот бизнес-специальный выпуск 2017, очень часто спрашивают, что в нем есть, да, то есть открываю вам тайну, он очень интересный журнал, очень-очень интересный, тут есть топ лидеров 30, да, то есть смотрите, знакомые лица, я думаю, вы увидите, да, по России мы заняли первое место по росту, вот, также Николай Андрейко занял третье место по росту, это страны СНГ, что тоже очень приятно, мы гордимся, да, то есть вот со всеми с этими директорами мы, в принципе, уже вживую виделись, и очень приятно, что я их вижу тут, да, это, ну, это здорово их тут видеть, что они самые быстрорастущие, самые активные, вот. Всех видела практически вживую, вот, практически со всеми знакома, и гордость распирает за нашу компанию, что у нас все больше и больше в разделе элиты Фаберлик появляется лидеров. Далее, да, то есть события года какие были, да, то есть подведены какие итоги, какая ассамблея была, да, то есть, пожалуйста, да, то есть как компания Фаберлик развивалась за этот год, какие приложения она разрабатывала для работы через интернет, сколько продуктовых линий она еще открыла, какие награды она получила, да, то есть. Вот это наш Алексей Геннадьевич Нечаев, основатель нашей компании, низкий ему поклон, да, то есть далее, значит, у нас идет то, что он говорит, тут вообще очень интересно. Алексея Геннадьевича, в принципе, слушать даже интересно, вот он стоит на сцене, я его слушала, когда вот очень умный мужчина, очень умный, вот, далее, значит, навстречу будущему, да, то есть это люди, которые работают в компании Фаберлик. Далее все про акции, какие есть акции, что компания Фаберлик предлагает для успешного старта, для бизнеса. Это на самом деле просто кладезь различных акций, да, вот. Далее, значит, идет азбука профессии, да, то есть вот смотрите, мы тут с Антоном, да, то есть Коля Андрейка тут есть, да, то есть вот Ольга Бирюкова, они открыли с мужем национального директора, их поздравляли, да, то есть, ну, вообще здорово. Здорово, здорово видеть, смотреть, лицезреть, все знакомые лица, да, то есть это советы, которые даны от души и от сердца лидерами, которые выросли и находятся сейчас в элите Фаберлик, да, вот знакома с Людмилой и Александром Мельниковыми. Ой, какая энергичная, классная пара, а это наша наставница, она зарегистрирована под компанией, потом уже идет Инна Гринь, а потом уже идет Татьяна Сафронова, потом Коля Андрейко, потом я, да, то есть вот такая вот у нас цепочка. Дальше, значит, каждый лидер рассказывает о себе, да, то есть далее, значит, диалоги, как строить результативные, очень полезная книга. Реально тут больше, конечно же, я бы так сказала, советов, да, больше советов, каких-то коммуникаций, каких-то новых технологий очень интересных.
очень насыщенный такой журнал, с чего начать, чтобы не запутаться, на какие ответы, вопросы, да, то есть тут есть и про Денос немножко написано, да, то есть вот такой вот журнальчик. Сколько, не знаю, страниц, но мы сейчас с вами на 59-й. На 59-й, да, вот Наталья Жук, очень успешный лидер из Белоруссии, тоже знакомая с Наташей. Да, то есть вот, смотрите, да, то есть тут лидеры дают советы. И это на самом деле лидеры, которые быстро растут, понимаете? Они растут быстро, и это уважительно даже таких вот лидеров, советы таких лидеров почитать. Да, то есть вот, и, ну и, конечно же, то, что компания входит в ассоциацию прямых продаж, что означают эти слова, то есть вы все можете увидеть, вы все можете посмотреть. То есть вот такой вот очень интересный журнал, рекомендую почитать, рекомендую давать читать его своим новичкам, которых вы зарегистрировали. Прочитав этот журнал от и до, уже ваше мышление поменяется, да, то есть вот. Честно скажу, всех людей я перевидала уже практически со всеми знакома вживую, вот, ну, практически со всеми, и это очень приятные, целеустремленные, жизнерадостные люди, с которых надо брать пример для того, чтобы стать такими же успешными, как они. Ну что ж, вот мой такой мини-обзорчик по маркетинг-плану, по журналу «Бизнес Фаберлик» заказала. Вы знаете, с огромным удовольствием, когда ко мне придут новички на регистрацию, я дам этот журнал почитать. Обязательно дам, пусть новичок потом себе сам свои такие журнальчики будет заказывать. В разделе промо-акции они есть. Ну что ж, всем пока-пока, рада была быть вам полезной. Наконец-то я ответила на ваш вопрос, потому что я обещала снять видео, и все вот как-то вот тянула. Дней 5 я точно тянула, пока проводила вебинары, пока... Да, то есть пока тот сбой с сайтом был, да, то есть нам тяжело он дался, этот сбой сайта, это закрытие двухнедельного каталога было и так далее, и как-то вот я 5 дней вот тянула с ответом, да, ну вот, ваш запрос выполнен, дорогие мои, теперь вы знаете, что это за журнал, и рада была быть вам полезной. Всем пока!